рассказывать Ольге Васильевне, что я профессиональный учитель. Учителей бывших, как говорится, не бывает. И поэтому мой учительский опыт теперь будет помогать мне, безусловно, компании Marie Claire. Что я имею от компании и что я имею сейчас в жизни? Конечно, команда, которая у меня сейчас сформирована, она состоит из 28 человек. Оказывается, учителя притягивают учителей. И подобное воспитание у меня круг общения в основном педагоги. На 13 школы напишу Мэри Кейт. Команда моя состоит на 80% из педагогов. Это учителя 13-й, 4-й школы. Вот сегодня все, кто пришли, низкий вам поклон. Я сразу хочу вас поблагодарить, обнять, что вы выбрали время для того, чтобы вот прийти на эту встречу. Что имею я как учитель, как директор независимой по продажам компании Marie Claire компании? Ну, во-первых, прежде всего, это шикарная продукция. Прежде всего, 6 лет назад я пришла в компанию 29 августа 2013 года. Я посетила мастер-класс, который провела для меня Надежда Лузгина. И, естественно, я не могла остаться равнодушной после применения этой продукции. Я влюбилась в нее, привела еще Надю для того, чтобы она Кате, моей дочке, провела мастер-класс. И мы оформили сумку консультанта для двоих, для себя и для дочери. Конечно, я в тот момент не представляла о какой-то там карьере в Marie Claire, и что я через 6 лет вдруг решу кардинально поменять свою жизнь. Естественно, тогда я даже не представляла об этом. Я в то время начала пользоваться, потому что у меня кожа была пересушена после моря, и мне хотелось привести ее в порядок. Вот что каждый из вас испытал после того, как попробовала средство Marie Claire, конечно, вы помните, да, что, вот, может быть, кто-то из зала что-то скажет о своих ощущениях, что вы испытали, девочки, смелее, что вам понравилось после того, как вы попробовали продукцию? Вот сейчас скажу. Пожалуйста. Правда, хочется на себя смотреть в зеркало. Еще есть желающие высказаться? Замечательно. Еще, девочки. Наталья, я ходила по офису и всем говорила: утюжок, разгладила все. Вот видите, у всех у нас богатый опыт использования продукции. Продукция действительно у нас есть разная. Продукция, которая ухаживает за кожей. Продукция, которая позволяет женщине, когда она входит, показать, что это женщина, потому что мы слышим аромат, который исходит от нее. И радует глаз, когда мы наносим на чистую ухоженную кожу косметику. Конечно, если кожа не ухоженная, а косметика нанесена, иногда это выглядит немножечко неэстетично. И поэтому хочется, чтобы и кожа была ухоженная внутри, и косметика соответствовала этой коже. Так вот, первое, что мы имеем продукцию, второе, что мы имеем образ. Каждая из женщин, наверное, нет такой ни одной красавицы, которая не хотела бы быть еще краше. Скажите, кто не хочет быть красивой? Есть представительство? Конечно, каждая хочет быть привлекательной. Привлекательной для себя, для того, чтобы быть самой уверенной, для того, чтобы показывать всем своим видом, что да, мы достойны уважения, восхищения или вообще всего-всего-всего самого хорошего. Ну и что еще я приобрела от компании? Это возможность общаться с женщинами, которые выглядят достойно, зарабатывают достойно, но и имеют доход. Первые мои продажи случились спустя месяц после того, как я уже поработала в компании. Я продала несколько ароматов ко дню учителя в октябре 2013 года. Когда мои коллеги увидели ароматы, они спросили, а можно нам приобрести то, что у вас есть? Да, наверное, можно. И подумала, что я ведь могу сделать первый заказ. Так он у меня и сформировался. И в октябре я уже заказала продукцию не только для себя, в сентябре еще я заказывала для себя, а в октябре я уже сформировала заказ и получила от этого первый доход. Конечно,
денег мало не бывает, захотелось еще и еще и еще. И в конце концов, после того, как я проработала год в таком режиме, работала, 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 и Надежда мне говорит, так ты уже много выполнила, тебе уже и скоро шмель можно будет, шмель к тебе скоро прилетит. Ну и захотелось еще поработать для того, чтобы его все-таки получить. То есть цель оправдывает средства. Что такое бриллиантовый шмель, шмель по продаже? Это награда, которую получает консультант по красоте после того, как получает продукции. Да. Шмели вы видите здесь, вот они у меня находятся сейчас. Ненатуральные. За первый и за второй год. Значит, за что дает компания? Не просто за красивые глазки, а за то, что человек продал продукции на 500 базовых единиц. Базовые единицы в разные годы по-разному оцениваются. Сейчас одна базовая составляет 3500 рублей. Вот умножьте, пожалуйста, на 500 и посчитайте. Это более 1,5 миллиона рублей оборот за год. Оборот, стоимость продукции, которая была продана. Вы представляете, сколько надо было работать для того, чтобы сделать такие продажи? На миллион. Да, на миллион продать. Представляете, за год, за первый год, это уникальная женщина. За первый год у нее были продажи на миллион. Ну и после того, как, в общем-то, я получила первого шмеля, я поехала, опять же, благодаря Надежде, на семинар. Семинар – это мероприятие компании в Москве. Этот семинар проходит каждый год. И каждый год приглашаются туда все лучшие консультанты для того, чтобы их чествовали. И вот чествование за свою работу является одним из приоритетов компании. За каждый шаг, за каждый заказ стоящий мы получаем поощрение. Скажите, пожалуйста, команда, которая работала уже и тоже является консультантом, скажите, какие подарки от компании вы получили вот за этот год, может быть, даже за последние месяцы? Что, не, вот, не от меня лично, не от Надежды Васильевны, а вот от компании, которую вы с заказом вместе получали, что вы имеете? Сумки, украшения, часы. То есть какие-то маленькие приятные такие вещи, без которых женщине не обойтись. И продукция не просто как себе, а продукция брендированная. То есть она имеет определенные логотипы, марка компании поддерживается на уровне. И таким образом мы заявляем о себе, когда заходим куда-либо, идем с сумкой, идем с часами, и на них сразу нужно прочесть представители какого бренда, представителями какого бренда мы являемся. Я с гордостью сегодня могу сказать, что да, я выполнила эту программу независимый директор по продажам. Хочу поблагодарить всех девочек, которые мне помогали в этом. Это не только моя заслуга, это заслуга всех, кто мне помог, разными путями помогали, но вот сейчас, наверное, улыбку может вызвать то, как я вас привлекала в эту компанию, кого-то просьбой, кого-то вдохновение, ну, в общем, разные способы были. Да-да-да. Поэтому вот то, что вы все-таки откликнулись, стоит дорогого. Поэтому спасибо еще раз вам. Ну и, конечно, семья, которая меня поддерживает, муж Алексей, который сегодня здесь и снимает вот сейчас. Конечно, не сделала. Офис мой находится в помещении фирмы «Арка» на 8 июля, 7А. Многие из вас там уже бывали. И также без Алексея мне было, конечно, в офис было не снять. Ну и, конечно, дома, когда я провожу какие-то мероприятия, Алексей хозяйничает, делает все дела, которые ему хочется. Что не хочется, не делает, но как может, так поддерживает. Поэтому спасибо. Ну и что еще хочу сказать. Сейчас Надежда Лузгина говорила о том, что, в общем-то, она приобрела консультанта когда-то, да? Что я ее дочерний независимый директор. Для меня Надя тоже является
садовником, который меня вырастил. Я сегодня приготовила для вас лилечку. Воду я сюда не налила, вы ее наливаете сама. Для того, чтобы вы выращивали еще поливала. А еще, зная, что вы садовод, и будете выращивать не только своих консультантов, но и прекрасные растения, вот в такие розовые горшочки посадите свои любимые растения вместе с консультантами. Ой, отлично. Ой, спасибо большое. Стала моим директором. И тогда ты была лидером в 2015 году, а сейчас директор. Ну и сюда я попрошу выйти команду. Может, гостей попозже? Давайте гостей, потому что у нас самое главное сегодня – это наши гости. Кто вообще впервые на подобном мероприятии? Будьте добры, поднимитесь и выйдите вот сюда. Кто вообще впервые поднимает? Все гости, встаем. Значит, есть купоны на скидку для молодой кожи, поэтому я буду вот раздавать из-за того, что купоны по возрасту могут не соответствовать, буду перекладывать. Итак, спасибо еще раз. Значит, мы сейчас устроим парад. Девушки проходят вокруг. Так, первая идет у нас Юля. Юля поднимает правую руку. Идет Маша. Моль съела. Да, хороший вариант. От себя тоже. Да. Значит, я хочу, чтобы у каждой девушки, которая является членом команды, группы под номером 033-534 осталась вот эта частичка первого моего года пребывание в компании. То есть это ткань будет компании Marie Kay. И вот каждый из вас получит маленький вот такой вот шарфик от меня для того, чтобы вы помнили о том, что вы мне помогли в свое время. Спасибо вам большое, консультанты. Которые
первое, кто пришел ко мне в команду, вот была Елена Борисовна Тюнис. Она стала моим первым консультантом. Ее уже на этом свете нет. Она в свое время приобрела сумку консультанта для себя. Следующей была моя племянница. Племянница, дочь моей сестры Галины. Галина пришла позже. Уже после того, как Танюшка стала консультантом. И так постепенно за 6 лет команда моя росла, и вот доросла до 28 человек. Ну что, спасибо вам, дорогие мои. Каждый из вас я хочу вручить маленький подарок. Откройте, пожалуйста, коробочку. Открывайте. Ну все, повязывайте. Это ваш отличительный знак. Это только в вашей команде, больше ни у кого такого нет. Открывайте. Есть, там еще не только платочек, остальное посмотрите потом. Ну что, девочки, спасибо вам. Конечно, по цвету, может быть, подходит не всем. Вы можете на руку намотать, это как шар. Можете как браслет носить. Ну, в общем, спасибо вам еще раз. Парадом также проходим. Маша, мы выходим на место. Да? Музыкашку? Можно подсказать? Мы можем тоже ответное слово сказать? Да, давайте. Танечка, дорогая, мы тебя от всей души поздравляем с твоим директорством. Желаем тебе по жизни идти уверенно, с уверенно поднятой головой. Ну, всего-всего-всего тебе самого хорошего, замечательного, счастья, здоровья, любви, удачи, поддержки всех близких и нас. Спасибо. Наша миссия с тобою, женщин, жизнь улучшать. Это не забава, это не игра. Ты имеешь право, и тебе пора. Мэри Кейн, ключик от успеха. Мэри Кейн, трудность не помеха. Мэри Кейн, будешь же красивый. Мэри Кейн, процветай в России. Здесь на первом месте вера и поддержка семья. Ну а что для нас карьера, красота и друзья? Проведем с тобой сегодня самый лучший наш класс. Не откладывай на завтра, лучше сделай сейчас.